Всем привет! Кто не подписан, подписывайтесь. Кто подписан, отписывайтесь. Комментируйте, что, как. Почем. Сейчас покажу погрузку, но без названия. Понятно. Приехали вот. Оттава здесь была. Но зря я ее не скосил. Но не было времени. Сейчас, да, наша газель. Сейчас покажу, как будем грузить. Захватами сейчас Игорь приедет и будем грузить. Это вот тенаж наш, но это скорее всего силос будет. Вот это вот стреляли дробью. О, видишь, какие молодцы, блин. Я скажу им. Вот так вот. Вот стреляли. Все без... Птицами не тронуты рулоны. Вон там я один вскрыл. Все это нормально. Нормальный сенаж. Сейчас вот заберем три рулончика к себе. Я из-за того, что он вскрытый, его я решил забрать. Не знаю, как он его повезет по дороге. Перед уже поднимается больше 500 килограмм, где-то килограмм 700, а такое пятно остается, так как он морду задирает на тракторе. Сейчас он его еще маленько подвинет, но будет проблема, наверное, машина будет двигаться. Ну, в принципе, он по пленке скользит, так что как-то вот так. Сейчас. Тяжелее, мне кажется. Ну, видишь, и этот
берем, не зажимает до конца его, то есть, а на край, чтобы было, можно было погрузить газы. Так-то он сейчас будет с собой, возьмет рулон. Его взял этот расстрелянный охотниками. Блять, выскажу. Перекопать и все. Не подымает. Какой там 500, но. Так, давай. Вот так на 500 килограмм там. И там 500 килограмм. Был я неделю назад, не были они расстреляны. То есть это буквально на этих выходных. Охотнички. Сейчас еще ему расстрелянный один дам, чтобы их скормить быстрее. Очень тяжело поднимать. Чё, тяжелый? Ну да, только не поднимает и на дыбы встает, да? Давай закроем газель. Он нормальный, легкий нахуй, да? Как ты по дороге поедешь? И этот все равно никак, да, Игорь? Все равно, да? Да, три раза. Да мне какая разница? Три раза говорю. Ладно, все, вот такая погрузка у нас была. Сейчас попробуем отсюда еще выехать.